какое это было путешествие. Черного камня исчез. Его улыбка — обещание того, что грядет. Хватит ли тебе сил восстановить третье царство? Или для того явятся твои братья? Зачем ты позвал меня сюда, Астагот? Ты обходишься со словами так же, как я с монетой, всадник. Отдаешь мало, берешь много. Вот что предлагаю. Я займу немного твоего времени, а ты получишь историю и некую возможность. Я слушаю. До того, как Вечный Трон занял Костяной Владыка, правил другой, куда более древний король мертвых, которого звали Аргул. Аргул — безумец. Его правление длилось целую вечность. Но он был низвергнут. Костяным Владыкой? Да. Теперь эта история уже не секрет. Но вот одна деталь оказалась затеряна в веках. Место, где находится могила Аргула. Костяной Владыка выбросил могилу из загробного мира, чтобы Аргул не мог заимствовать его силу. С тех пор знание о могиле и о том, где она, утонуло в тумане прошлого. Никто не помнит, кроме Остегота. А что стало с Аргулом? Костяной Владыка мог легко уничтожить своего предшественника, но он решил заточить Аргула под мертвой равниной. Было это жестокостью или милостью в его глазах? Кто может понять поступки мертвых? Пожалуй, только ты. Что еще ты можешь рассказать об Аргуле? Ну, считалось, что он совершенно безумен. Аргул бредил о конце света, о пришествии тьмы, которая поглотит миры, принадлежащие как жизни, так и смерти. Порча. Нет. Он говорил о всадниках. Все новинки с разных концов света. Хорошая цена. Thank you.
мне это пригодится. Хорошая цена. Да, мне это пригодится. Хорошая цена. Да, мне это пригодится. Хорошая цена. Я нашел дверь, а ты ключ. Мы должны найти источник силы Аргула и уничтожить его, если сможем. А зачем тебе этот торговец? Об этом не думай. Знай, если уничтожим источник силы Аргула, я щедро награжу тебя. Да, мне это пригодится. Huh?
Yeah.
Я не могу. Это невозможно. Я не могу. Это невозможно. Я не могу.
выбирай, что любо твоему сердцу. Мне это пригодится. Хорошая цена. Да, мне это пригодится. Стой, друг странник!
Это невозможно. Я не могу. Хорошая цена.
мне это пригодится. Хорошая цена. Да, мне это пригодится.